Алена Апина сделала 3 пластические операции. Она заузила талию, а также добавила объем в ягодицы и бедра. Если фигурой певица теперь довольна, то лицом не особо. Экс-солистка группы «Комбинация» вновь обратилась к пластическому хирургу. На этот раз Алена решила избавиться от второго подбородка. 59-летняя певица сделала подтяжку в одной из московских клиник. Наступает время, когда отражение в зеркале, мягко говоря, не радует. И тогда опускаются руки. Накрывают мысли о возрасте, мать его, о несправедливости мироздания. Дальше события как могут развиваться. Самый легкий путь – дать гадким мыслям и лживым зеркалам сожрать тебя, уйти в депрессию. Так себе. Можно наоборот. Объявить войну времени и пойти по рукам пластических хирургов, правда, это лотерея, всегда страшненько, написала Апина в личном блоге. Исполнительница, не захотев принимать физиологические изменения, нашла специалиста, который скорректировал ее лицо по всем пожеланиям. «Меня сильно выбешивали мои подбородок и шея. Ничего не помогало, ни аппаратная современная индустрия, ни вмешательство хирургов, да, было такое лет 15 назад, и это не тайна. Я девушка честная и рисковая», — смеется артистка. Алена опубликовала фото до и после процедуры. На втором кадре видно, как заметно преобразился подбородок. «У меня кардинально ничего не менялось, но вот опля, лазерный липолиз, дай бог ему здоровья, сами сравните», — обратилась Апина к подписчикам. «Не смотрите на фото уж слишком придирчиво. Естественно, пока отек и в целом я та еще красавица. Но это пока. Смотрите на шею, подбородок», —